Дарья Клишина в Russia took 7th place in the women long jump. Дарья Клишина, представляющая Россию, заняла 7 место в прыжках в длину. Даша, это, наверное, не тот результат, на который ты рассчитывала. Какие ощущения? Что произошло? Безусловно, не тот результат. Конечно же, хотелось дальше. Но, как мне кажется, я сильно выложилась на квалификации. Не стоило, наверное, прыгать 3 попытки. Но, в принципе, сейчас уже рассуждать, оправдывать себя не буду. Как уж получилось сегодня, да, так и получилось. Я думаю, что и надеюсь, что зрители меня простят, и болельщики тоже. Потому что в следующий раз постараюсь их так не разочаровывать. Где планируешь еще выступать в сезоне? У меня должно быть 23 числа в Германии, в Берлине, Бранденбургские ворота. Это некий мини-чемпионат мира по прыжкам. Там будет женская, мужская длина и мужской шест. В том году я уже там выступала. Вот сейчас в этом году тоже поеду, это в августе. И в конце августа, 31 числа, должен быть Цюрих.